Всем большой привет! Сегодня будем готовить пышный омлет без молока. Делается это воздушная яичница за считанные минуты на сковороде. Всего 3 яйца, а получается много и вкусно. Приятного просмотра! Яйца разделяем на белки и желтки. В белки не должно попасть ни капельки желтка. И еще одно условие. Посуда должна быть сухой, иначе белки не взобьются. Затем в обе миски добавляем по щепотке соли. Дальше желтки просто размешиваем до однородного состояния. А белки хорошо взбиваем миксером в устойчивую пену. Она должна хорошо держаться в миске, даже если перевернуть. Теперь в белковую массу вливаем небольшими порциями желтки. И аккуратно снизу вверх перемешиваем лопаткой. Масса должна остаться пышной. Затем разогреваем сковороду, хорошо смазываем ее сливочным маслом, выливаем яичную смесь, распределяем по всей плоскости . Накрываем крышкой и жарим на небольшом огне примерно 5 минут. Когда снизу образуется румяная корочка, складываем омлет пополам и некоторое время придерживаем лопаткой для фиксации формы. Подаем к столу в горячем виде. Вот и все. Пышный омлет без молока готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.